Всем добрый день. Время уже 1 час. У меня обеденный перерыв. Вышла прогуляться на 5 минут, на 10. Погода шикарная. В принципе, я уже пообедала. Осталось у меня минут 15 свободного времени. Побегу дальше работать. С вами сейчас тут постою минут 8-10. Погодка шикарная сегодня, но жарко. Такую жарищу не очень люблю, конечно. Ну, где-то сколько градусов. Небо какое голубое. Даже не голубое, белое какое-то. Это от жары, от зноя. Ой, наверное, где-то градуса 32 жары. Больше 30. 30-32 жарища. Я с утра из дома вышла, уже 27 было. Это 8 утра. А сейчас, наверное, все 32-33. А птички чирикают. Воробушки летают. Голуби ходят, травку щиплют. Ну что, ребята, 11 июля сегодня. У сына был день рождения в этот день. 28 лет бы исполнилось. Вчера съездили к нему, порядок навели, цветы поставили, там водичку, баночку. А сегодня друзья поедут, девчонки. Ну, там пацаны тоже навестят. У нас там полный порядок. Мы вчера там все божеский вид, порядок все привели. Ну ладно. Я же сегодня последний день работаю перед отпуском. Отработаю. Хорошо, что короткий день, до 5. А то у меня вечером поезд 9:20. Ну, как бы до 5 или до 6. В общем, успеваю, все нормально. Если был бы длинный день, там до 8, до 9 вечера, естественно, я бы не успела. Мне бы тогда пришлось на завтра билеты брать на 12. А я что-то поторопилась, но как-то не сразу не сообразила. Гостиницу с 12 числа забронировала. Надо было с 13 бронировать и 12 ехать. Я бы спокойно завтра собралась бы за день. Ну, в принципе, я и так все успеваю. Я вчера, у меня такой был загруженный день. Вот с утра мы съездили там на машине по делам. За город, так сказать, съездили. Все там дела сделали, порядок навели. Потом вернулись где-то к обеду. Готовила я там немножко, наготовила. Капусту потушила, гороховый суп сварила. Так, пост закончился. Теперь можно мясо есть. Но я уезжаю сегодня после работы. Мне уже и готовить нечего. Поэтому я там наготовила, кое-чего наготовила. Но так как был пост, мясо не покупали. Мясного ничего не приготовила. Купила только пачку пельменей, килограмм пельменей. И колбаску купила копченую. Вот приду с работы, надо будет что-то поесть. Или пельмени сварим, или суп гороховый с колбаской поедим. Ну, если бы я поехала завтра, если бы у меня поезд был завтра, то, естественно, я бы сегодня вечерком или завтра днем, я бы что-нибудь там наготовила мясное. Ну, не успела. И пост, еще вчера был еще пост. Не хотелось, ну как, если бы я готовила, там попахло мясом на всю квартиру. А мы во время поста мясо не едим. Поэтому я не стала ничего ни покупать, ни готовить. Кроме пельменей, ни колбасы. Вот. Я купила, что я с собой возьму поезд. Меня там спрашивали, какую еду. Во-первых, я купила воды, 3 бутылочки маленьких. Там грамм по 300-400. Я большую, не хочу большую, поэтому 3 маленьких купили. В том, что я еще беру. Вчера я купила нарезку колбасы. Она в такой упаковке вакуумной.
потому что я же сажусь поздно вечером, я на ночь есть не буду, а с утра я, в принципе, могу эту упаковочку там в обед открыть, поесть. Сыр купила такой, пластинками нарезанный тоже в упаковке. Сыр купила плавленый. Что у меня еще там? Возьму помидорчик один, возьму один огурчик, пару яблок возьму, может одно, не знаю, посмотрим. Ну, что-нибудь такое. Вдруг жарко будет, пить захочется, хотя бы яблок съем. Вот, что я еще взяла? Два пакетика овсянки возьму с фруктами у нас осталось. Когда мы ездили в Питер, в мае остались два пакетика с фруктами, овсянка в пакетиках. И на всякий случай я еще купила баночку купила суп куриный вермишелевый, ну, такую лапшу, ну, быстрорастворимую, которая, ну, заваривается кипятком. Короче, купила одну лапшу и картошку. Такую же картошку, которая кипятком заливается. Ну, вечером я есть не буду, утром проснусь, завтра заварю себе кофейку, заварю овсянку. Может быть, пару яиц еще сварила с утра. Я два яйца, вот этих пару яиц с собой возьму. С утра поем овсянку с яйцами. В обед заварю, наверное, картошку или лапшу. Вот, открою колбасу эту. Поем. А уже ближе к вечеру картошку с сыром. Или наоборот, в общем, посмотрим. Ну, как раз перед тем, как уже выходить, поем, чтобы мне уже спокойно там от станции до города доехать, чтобы уже не хотелось есть. Доеду до гостиницы, пока заселюсь, пока вещи разложу. Ну, может, под душ схожу, схожу в душ, переоденусь. И пойду по городу погуляю, пока еще не поздно вечер. Пройдусь по городу, пару кругов сделаю, прогуляюсь, может, что-нибудь поснимаю. Хотя снимать я, конечно, буду, скорее всего, там в другой день уже так. Погуляю с утра по городу, поснимаю. Вот. Ну и потом зайду в магазин. Куплю там что-нибудь себе, ну, так, попить что-нибудь. Холодильника нет, конечно. Ну, может быть, сок какой-то куплю или воду, посмотрим. Что-нибудь на вечер. Может быть, у меня что-то останется из продуктов. Может быть, первый день, может быть, я и не буду ничего покупать. На следующий день утром в поселок туда к маме поеду, к родственникам. К маме зайду. Потом, может быть, к сестре зайдем, к тетке сходим на другую сторону, через мост железнодорожный перейдем. Там тетка живет у меня, у нее, ну, в своем доме. Сестра там двоюродная живет в своем доме, через три дома. В общем, каждый день я там буду 5 дней. Ну, если не считать вот эти вот. По полдня еще. Полных 5 дней там буду. Вот буду к ним ездить через день. Ну, раза 3 съезжу, я думаю, хватит. Но если у нас там будут какие-то планы куда-нибудь сходить, но если сильная жара, навряд ли мы куда-то пойдем. Но если у нас какие-то планы возникнут, например, там на кладбище сходить, родственников навестить, или там в лес за ягодами, может, сходить. Надумаем. Но если что-нибудь надумаем, может, и каждый день буду туда ездить. Не знаю, посмотрим. Но если никуда не пойдем, если дождь, гроза там или жара, если никуда не пойдем, по городу там погуляю, похожу. Буду ездить через день, и через день буду по Белебею гулять, там снимать все, где я там расскажу, где я там раньше училась. Я же там в Белебею, с этим городом у меня 8 лет связано. Жизни моей. Я там в школе училась 3 года, потом в училище 3 года, потом на заводе 2 года работала. Ну, в общем, завод я, конечно, навряд ли увижу, если только когда с вокзала буду ехать на автобусе, может быть, проезжать будем.
А так на завод я специально не поеду, конечно. Хотя мне было бы интересно увидеть свой завод. Я вот как уволилась в 84-м году летом, в Москву уехала. И с тех пор я не видела свой родной завод, с которым у меня связано 5 лет жизни. Ну, училище, практику мы на заводе проходили. Ну, потом отработала там 2 года. В общем, ладно, ребятки, все. Следующие съемки уже будут из поезда, из Белебея. Всем пока-пока.